Напомним, переход от бумажных листков нетрудоспособности к электронным начался 1 июля 2017 года. Итоги реализации крупного федерального проекта за круглым столом обсудили сотрудники Алтайского отделения Фонда социального страхования, работодатели и представители медицинских организаций. Как отметили участники встречи, многие уже успели оценить плюсы цифровой системы. Каждый шестой страхователь края работает с электронными больничными. Безусловно, этот сервис, он экономит и материальные, и временные ресурсы организации, поскольку те средства, которые расходовались на обработку, на хранение, на учет бумажных листков нетрудоспособности, они освобождаются для исполнения какой-то другой работы. Вместе с тем, Фонд социального страхования в регионе запускает и другие цифровые сервисы. Так, гражданам льготных категорий уже выдают электронные талоны на проезд к месту лечения. А большую часть закупок технических средств реабилитации можно обсудить на портале «Открытый контракт». Фондом социального страхования уже сегодня разработано достаточно много электронных сервисов для того, чтобы перевести взаимодействие с гражданами, с работодателями, с федеральными и региональными органами государственной власти на электронную платформу. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.